Пожар в четырехэтажном кирпичном здании на улице Смольный-Буян, в котором располагается один из учебных корпусов Северного Арктического федерального университета, произошел около 10 часов. Сюда были сразу направлены силы и подразделения по повышенному номеру вызова, 4 отделения автолестницы. По прибытию происходила эвакуация людей, которые находились в этом корпусе во время пожара. Значит, сам очаг пожара находился в кабинете директора. Вероятная причина пожара – замыкание электропроводки. О начале пожара вахтеры института оповестила система автоматического обнаружения пожара. Именно ее наличие и оперативное прибытие пожарных подразделений позволило избежать большого ущерба и человеческих жертв. На момент пожара в здании находилось около 200 человек. Пожарные, вызванные вахтером, помогли эвакуироваться из здания тем, кто еще не вышел, и в несколько минут ликвидировали возгорание. Звено ГДЗС сразу же попало в кабинет директора на втором этаже, подали ствол Б от автоцистерны и локализовали очаг пожара. Очаг находился в районе кулера. Скорее всего, произошло замыкание в электропроводке. Помещение сильно закопчено, имеются и термические повреждения. Огонь от кулера распространился по стене на потолок. Другие кабинеты института не пострадали. Сейчас проверим состояние проводки. И, конечно же, я думаю, что на другие кабинеты пожар не успел перекинуться, поэтому учебный процесс будет продолжаться с понедельника.